Классный быстрый слоеный пирог для большой компании. Нам понадобится слоеное тесто, творожный сыр, соус песто, зелень, мясная нарезка и натертый пармезан. Раскатываем слоеное тесто. Намазываем творожный сыр на раскатанное тесто. Теперь сверху намазываем соус песто и раскладываем мясную нарезку. Осталось просто посыпать сыром, зеленью и скатать рулет. Смазываем противень маслом и перекладываем рулет. Теперь делаем глубокие надрезы, как на видео. Каждую половинку просто перекладываем в разные стороны. Пальчиками просто аккуратно заострите каждый кончик. Ну вот и все, отправляем в печь. Очень быстрый и очень вкусный большой пирог для большой компании.